Кангаласкому Лусе в эти дни проходит эстафета Знамени Победы. Честь почетным караулам сопровождать знамя в каждом наслеге предоставлялась лучшим старшеклассникам школ Улуса. Вчера в торжественной обстановке глава поселка Максугаллох Александр Михеев передал символ народного подвига городу Покровску. Участниками эстафеты Знамени Победы смогли стать ветераны войны, живущие в Улусном центре, Василий Никифорович Бочкарев и Афанасий Павлович Соловьев. Домой к ветеранам знамя привезла делегация во главе с военным комиссаром Улуса Олегом Коробковым. Василий Никифорович. Привет. Здравствуйте. Здравствуйте. С праздником. С праздником. Праздника у вас. Вот. Праздника. Желаю всем жителям Покровска и ветеранам войны и участникам, чтобы хорошо жили, работали, чтобы в дальнейшем не было войны. Все как есть. Ясно. Ну хорошо, и приплясывать. Подождать. Ладно. Ну давай.